Передавайте лайки за проезд, правильно. Передавайте, а мы начнем играть на Терре. Как дела? Сейчас будет катка и увидим. Я думаю, все будет хорошо. Возьмем вот так, вот так, вот так. Вот так и вот так. У меня все хорошо, ребят. У меня все хорошо, у вас как дела? Блин, как я соскучился по старой тематике. Сейчас на консоль невозможно выбирать богов на матч. Блин, мне нужно пройти очень все грамотно. Блин, чё прокачать, двойку или тройку? Ибо какой смысл мне станкать? Мы не будем забирать их сначала. Потанцую пока. Тройку надо. Да вот я тоже думаю о тройку. Кстати, видел Амон, его команда записался в прогеймеры. Думаешь, попадут в СМЛ? Не знаю, не знаю. Ты же знаешь, что я не очень к нему хорошо отношусь из-за наших терок, но если попадут, я буду рад. Я им буду рад. Будет им респект и уважуха. Братан, я не то прокачал. Я как даун сыграл, но он еще больше даун, чем я. Не, я правда буду рад. Правда буду рад, что русские ребята попали в типа про сцену смайта. Что я делаю, господи, что-то мне так непривычно. Чувак, ну давай, ну хоть что-то, ты можешь. Господи, он вообще такой слабый, по ходу дела. Господи, да я двоих застанил, ну. Пусть попадут очень хочет. Да, да, если попадут, будет хорошо. Это в любом случае даст какой-то толчок для русского сообщества, наверное. Ладно, у нас пока все плохо, потому что я играю как даун, а Анхур просто слабый. Хотя нет, не факт. Хилься, стой, господи, он даже... вот хочется поиграть с саппортом нормально. Не знаете, мне очень нравится на саппорте играть. В этом сезоне саппорты очень интересные с собой. Но когда у меня чувак на линии вот такой вот, как этот Анхур, не хочется играть саппортом. Абсолютно. Она покажет. Сервака мне подрубается, очень странно. Почему они приостановили? Тор приостановил. Это очень странно.
16 вьюверс Физибот мне говорит на Твиче, а на Ютабе чё? Ребят, подпишитесь, кто новенький на YouTube, пожалуйста. Я не пойму, вообще трансляция идет на YouTube, нет? А, да, 23. Нормально, нормально. 39 человек. Я безумно всех рад видеть. В последнее время тянет на танках поиграть, куплю скин на арте и буду снова копать. На арте охрененный скин. Давно подписан. Это круто. Спасибо за подписку на арте. Во, спасибо. Да. В стиле Bloodborne, да. Блин, я бы так поиграл бы в Bloodborne, если честно. Смотрите, очень сильно онлайн упал, если раньше среднее число было 10 как пики, то сейчас это 5к. Все такое бывает. Ничего. Тут уж мы ничего не можем сделать, ребят. Там же, по-моему, приставка нужна для Bloodborne, она не на ПК. Да, я знаю, я же говорю, я бы давно уже поиграл бы в Bloodborne. Потому что стилистика Bloodborne просто крутая, поэтому... Да, Артео скин очень круто выглядит. О, минус. Какой мерзкий. Гребаные эксклюзивки, да. Привет, привет, Джеффри. Господи, он четвертый. Будешь драться. Местами лучше Dark Souls? Ну да. Я думаю, она в принципе лучше Dark Souls. Поэтому и хочу ее. Так, ну пока у нас непонятная ситуация. У них просто пик дурной, блин. И из-за этого ничего не понятно. Консольщики рулят. Много пропустил? Да нет, в смайте нет. В Horizon Zero Dawn я бы тоже поиграл. Но пока, пока мы собираем на Darksiders 3. Как еще байтить, я не знаю. Я не умею байтить. Не умею радоваться, когда мне много донатит. Потому что мне много не донатит. Шутка-минутка называется. Куда они ушли? Шубаланки еще там. Может, с тобой я в ранки доиграю? Че, как там дела? Блин, надо на мид пойти помочь.
On my way. Почему это говорит middle lane? Просто законтролил чувака. Спасибо за поддержку. Дня доброго. Ого, ого, Александр. Ничего себе, ты дверь открыл ты ногой. Спасибо за 150, ни хера себе. Жестко. 150, жесть, Сань, хорош, спасибо большое. Я думал, у меня только Хаби Бустыч так умеет. Вообще огромное спасибо. Прикольно. Прикольно. Соня меня прям сбил с толку, спасибо. Есть EDS 2-3 с DLC и Bloodborne, Horizon. Не люблю Horizon, в общем. Отвращение к ней испытываю, проект only коммерционный. Блин, перед выходом Darksiders 3 по-хорошему пройти Darksiders 1 и 2. Они длинные вообще, кто-нибудь знает? Вот их долго проходить? Так, ради интереса. А сколько часов? За сколько часов я управлюсь? Может, я стану фанатом этой серии вообще. А то что-то тут донаты поперли. Может, я в натуре Darksiders предзакажу. Be right back. Be right back. Часов 8-9. Ну, как сказать, недолго. Main story первой части 17 часов. Чё так долго-то? Вот God of War надо брать, игра года. 50-60 часов, вы серьезно что ли? Main story, две части. Привет, Номи. Блин, а чё она такая длинная-то? So sorry. В смысле, в чем вести? Я чё-то не пойму. Я, наверное, чё-то не знаю про неё. Блин. Хорош. Блин, нужно посмотреть, есть она по скидону где-нибудь. Куплю ее. Я не знаю, про что за логин плей, это вы про чё вообще? Окей. Не Dark Souls, Dark Side. Ребят, я, может, перепутал что-то. Вы Darksider. Я же собираю на Darksider, я же говорю. Вы чё? Я Dark Souls даже пробовать не хочу, у меня жопа сгорит. Небольшой... Здорово, Вань. Darksiders. А я чё сказал, Dark Souls? Retreat left lane. Прикольный билд богов. Правда, саппорта нет. Wait. Че у меня по дивизионам? Ну, первый дивизион куплен, второй нет. По 6-9 часов где-то, если будешь неплохо играть. Окей, понял. Ну, про Darksiders, да, Крипстон, я надеюсь. Отогнал, ребят. Take middle lane.
cancel that. Сардели на меня стреляет, то жестко. Что-то Эрлангшен у нас просто жесть. Он просто стоит там у себя где-то. Трется, и непонятно, что он трется. Okay. Посмотрел. Мерк, да. Очень много спами. Жесть, он просто по 5... Он мне даже сказать не дает. Куда делся этот? Чат, куда делось-то это? Они не видят моё КП или чё? Ну, подколола их нормально, да? Их же нервничает. Ну да, он типа такой. На Заки-Заки первая часть Darksiders 65 рублей. О, надо купить, надо купить. А вторая часть там есть? Посмотри, пожалуйста. May the idea of luck raise your hopes for him. An ally has what a been pity. Slain. What a pity. Так, мы тащить будем сегодня? Я варды постоянно забываю. А, ну я в ноль закупился. Так, какие варды, алё? Чтобы варды купить. Be careful, right. Я случайно. Нормально запулил, да? Да постой же, ё-моё. Тупо красавчик, спасибо. Нормально. Было жестко, конечно, но я справился, сейчас справился. Пока мы идем нормально, пока мы идем вообще грамотно все делаем. Чисто кто-то у нас слабенький, я не пойму пока кто. Я что ли? Давай, братан, убиваем быстро. Спасибо. Блин, нужно было у нее красный состелить, чтобы он вообще жопу себе так разорвал. Destroyed a middle enemy tower. Ultimate is ready. Help! 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 On my way. Retreat! Careful now. Enemy missing middle. Retreat! Тихо, тихо. А, фурор не очень. Enemy ultimate incoming. Смотри, да, он какой охеревший. Нормально. Давай, okay. Давай, побью. Oh,
Нужно вардов больше. Опять он пропал. Эти баги, блин. Ой-ой-ой, как же он вообще уходит-то? Да-да-да, вот сейчас нам нужно фаер-гиганта бить в любом случае. Пока шабалан там где-то. Жесть, он всех их убил одной тройкой. Всех крипов одной тройкой. Хорош. Что, мы можем дальше идти? Они уже бэкнулись. Хорош, он убил его. Нормально, нормально. Пока мы под бафом, мы должны выфармить максимально много. Потому что я играю так аккуратно, пушить они не собираются. Да, если мы сейчас еще и право заберем, это просто какое-то нереальное преимущество. Хотя они забрали один баф, и сейчас заберут второй баф. Ой, баф, тауэр. Вот так. Ну нормально мы подформили, вообще жестенько так. Я возьму вообще жестко сейчас, вот так вот. Я думаю, для команды это будет очень круто. Attack middle lane. Attack middle lane. Я не смотрю, кто произносит фразу, кажется, что это ранее, Орлан. Да, ну не, не похож. Не, ну похож, ладно, чуть-чуть похож. Феник целится в вас. Да все, пушим. О, здорово, кот. Здорово, кот. Какие люди в Голливуде. Да все, это габелла. Нормально мы отыграли. Опортили. Дальше мы больше не могем. Ну такая вот каточка. Нормально на тыре мы отыграли. Давно играл, не играл на саппортах. Но было неплохо. Неплохо.